Так, я пришла на завтрак в Мистер Донат, но на самом деле сегодня еду в Отару, поедем туда, скорее всего, на автобусе, это где-то час от Саппоро, и там всякие каналы, но это все, что было написано в интернете про этот город. Там есть каналы, и там есть рынок опять с рыбой, но говорят, что тот рынок гораздо лучше, чем тот, который в Саппоро, поэтому надо проверить. А это чай с молочком. Не Эрл Грей, конечно, но Ройл какой-то. Он, кстати, вкусный и не сладкий. Ну, очень такой молочный. Поехала я в итоге на поезде, так было быстрее, буквально час с чем-то я уже на месте. Чё, 750 йен, и я в Отару. Можно пользоваться суйкой, это как наша стрелка. Вот, поэтому довольно удобно. Все, идем скорее на рынок, я голодная. Опять. Ой, солнце светит. И когда ехали, был огромный такой прям снегопад, прям вообще жесткий, жесткий снегопад. Я его не снимала, потому что я делала пост для Инстаграма. Отару — это портовый город на побережье Японского моря, расположенный на юго-западе японского острова Хоккайдо. Город пользуется большой популярностью как у самих японцев, так я встречала там очень много и корейцев. Отару также известен своим пивом, но я вообще не пью алкоголь, поэтому извините, я не могу попробовать и рассказать вам мой опыт. Город небольшой, население жителей всего лишь 126 тысяч человек. Выходишь из станции, такой раз-раз-раз, идешь, а тут рынок сразу, и сразу прям очень удобно, я считаю. Вчера я ела икру. Сегодня я, наверное, хочу взять какой-нибудь лосось, что-нибудь вот такое вот трушное. Уже слюнки текут. Что, заходим? Вот тут до сих пор указатели про маски. Тут очень популярны вот эти вот с дыней штуки. А чё столько людей, я не поняла. Чё, все пришли сюда? Зачем? Тетка вообще не бескомпромиссная. И сколько людей. Вот это штучки. Это тут уже вообще. Офигеть. Смотри, царский краб. Пипец, да? Ну, вот этот неплохо выглядит. Ну, говорили, что здесь именно вкуснее, не знаю. Отару известен своим прикладным искусством, например, стеклом, разной посудой и шкатулками, но к этому вернемся чуть-чуть попозже. Я увидела одно из мест, которое кормит прямо морепродуктами, которые и продает. Ой, какой жирненький. Какая красота. Мяу. Я заказала сашими из лосося, потом еще какую-то рыбу местную, атка, не знаю, кто такая, крель мне подсказывает. И плюс еще взяла устрицы, они здесь всего по 250 йен за штуку, но это довольно дешево, это прям супер свежий рынок, так что это офигенное место, чтобы их попробовать. Потому что вчера, где я была вчера, они уже закончились. Сегодня я наверстаю упущенное. И тадакимас. Здесь и правда можно не бояться за качество. Здесь свежайшая рыба, ее прям разделывают здесь же и на месте. Вот только выловили, прошел час, ее сразу же разделывают, и ты уже кушаешь. Блин, она такая насыщенная, такая свежая. Как будто бы в нее уже добавили какой-нибудь насытитель вкуса, усилитель вкуса. Ну, короче, устрицы были вареные, их они ставят на решетки, нагревают. Для меня это чистый перевод устриц, потому что я очень люблю их сырыми, я расстроилась. Нормально такая устрица, немного странная. В целом едабельно, но хотелось бы чего-то другого. Очень атмосферно сидеть, слушать звуки кухни, как они выкрикивают заказы. Ах, хорошо. Еще вот такую вот огромную макрель принесли, и она оказалась действительно очень вкусной, не такой, как обычно продается там в Токио, готовая иногда. Мне кажется, это очень недорого, учитывая, что я съела, прям вообще пушка топ.
Ой, очень вкусно поела, прям хочется самаде, что прям... Ой, вай-вай-вай, как вкусно. Отару оказался одним из моих самых, наверное, любимых городов Японии. Я, наверное, не побоюсь таких громких слов. И если вы смотрите мой канал, то наверняка вам интересна Япония, правда же? Раньше я работала кондитером и в целом знала про Японию и ее культуру, наверное, по большей части именно через кухню и ее десерты. А многие, так же как я, знают о Японии только по какой-то части ее культуры. Например, аниме, кимоно, дорогая косметика, нестареющие японки, техника и разные машины. Ну и, конечно же, роботы. А я, например, записываю все мои видео на камеру Fujifilm, это японский бренд. Но также есть множество аспектов, которые скрыты от людей, которые никогда не были сами в стране. Но у вас всегда есть возможность погрузиться в ее атмосферу, даже не выходя из вашей комнаты. Для этого вы можете воспользоваться самым надежным способом перемещения в пространстве и времени, и это книга. И хотела поделиться с вами моим опытом от прочтения книги «Япония изнутри», как же все-таки живут в стране восходящего солнца, автор Марина Чижова. У Марины очень приятный слог и приятно проживать каждую страницу вместе с ней. Очень много житейских моментов напомнили мне о моем же опыте, но там есть также те аспекты, с которыми я никогда не сталкивалась. Что немаловажно отметить, в книге описана не только культурная составляющая, но также, например, географические, природные особенности страны. Но я думаю, что вы догадываетесь, какой раздел мой самый любимый. Здесь есть достаточно большой раздел, посвященный именно еде, японской еде. Кстати, по качеству книги стоит поговорить отдельно. Печать на плотных страницах очень приятной бумаги. Также помимо текста в книге вы сможете найти фотографии, выполненные в отличном качестве. Говорите, что хотите, но именно книги с картинками для меня всегда являлись приоритетом, потому что именно в комбинации с текстом и визуальным материалом я получаю максимальное погружение и удовольствие. Это так интересно, прочитав книгу, я подумала, нужно поискать побольше информации про автора. И, в общем-то, я нашла, что я подписана на эту девушку в социальной сети, я даже не знала об этом, то есть, что вот так вот, вот это вот все близко. В таком случае неудивительно, что мне было так интересно погрузиться в ее мир через текст. Эта книга доступна во всех офлайн и интернет-магазинах, поэтому советую вам заказать себе экземплярчик, и приятные выходные за прочтением вам обеспечены. Я в Отару. Пошел снег за 5 секунд. Не просто снег, а метель, не видно на 20 метров вперед. Отдыхаем, кайф. Да, я вышла на улицу, а тут просто зима-зима. Вот была абсолютно другая погода до того, как я заходила на рынок. Привет, я на Шибуе, вот Хачика и большой перекресток, самый большой в мире. Вот, просто не видно за немножко, лужа, да, спасибо. Остаемся на связи. И что вы думаете, я тут прохожу, вообще не знала про это место, смотрю что-то интересное и думаю, все, надо пробовать. Короче, сейчас пробую мороженое с ежом и ванилью. Я не знаю, что будет, но это надо будет попробовать. Ну, последний раз я пробовала ежа. Еще поближе, да, подойти? Я последний раз пробовала ежа в темпоре, и было очень вкусно. $880. Я надеюсь, что это будет вкусно. Место, кстати, себе такое хайповое, там всякая корейская музыка играет. И, насколько я понимаю, в Отару приезжает какое-то судно, именно корабль, и привозит людей из Кореи. В такую еще погоду не поесть мороженого, правда? Это вот ежи. Надеюсь, что это вкусно. За 880 йен. Мороженое очень хорошее. Это вкусно. Подождите. Это прям вкусно. Это гастрономия.
больше снега, больше холода. Мне нормально с мороженым. Прекрасно себя чувствую. И ёж себя тоже хорошо чувствует во мне. Вот это вот было очень смешно, потому что я начала снимать эту кошку, и машина подъехала поближе, чтобы я могла снять. И вот тут она пытается мне еще показать ее. Это очень мило. Япония в деталях. Просто прочувствуйте эту атмосферу. Мороженое в дыне! Он с Данго! Блин, да что за сказка такая? Это какой-то нереально атмосферный дворик. Тут мороженое в дыне подается. Тут вот такая штука. О, снег! И красиво! И снежно. Тут есть такое вот мороженое. Я сначала подумала, что я его хочу. Я готова отдать даже столько денег. 1200 за такой десерт. Йен. Но он оказался, что он вот такого вот размера. И это печально, потому что это прямо очень мало. И дыня тем более не хоккайдская, которая она знаменит Хоккайдо, а просто из Кумамото. Поэтому я пойду искать дыню в другом месте. Это несерьезно как-то. Ёж. Как вы сломали ногу? Ой, видео снимала. Сейчас потеряю. Я встаю. Смотрите, что тут по Hello Kitty. Я, кстати, никогда особо не понимала эту тему, это как-то прошло мимо меня стороной, но здесь очень много, я решила для вас поснимать, вдруг у меня есть фанаты. Ну, здесь просто очень-очень много разного мерча. Это Пикачу из снега, а это обезьяна. Угу, это вы поняли, я думаю. И она сейчас такая бу! Как я прочитала в интернете, Отаро очень популярен своим стеклом. Вот, и я пришла посмотреть, что тут есть. Но я не буду ничего покупать, потому что мне некуда ставить в комнате. Ну, короче, это не то, что мне нужно, поэтому просто поглазею. Вообще, очень прикольный город для путешествия на один день. И в Саппоро, на самом деле, вчера мне не так сильно понравилось, как сегодня в Отаро. Может, сегодня как-то настроение сложилось. Но здесь прям интересненько, тут какая-то улица. Вкусное мороженое, вкусная рыба, прям нравится мне. Только вслушайтесь в музыку на заднем фоне. Это музыкальные шкатулки, и она играет на весь магазин.
Только посмотрите, что я нашла. Это шкатулка Чайковского. Я просто в шоке. Это было так приятно. Но стоит оно 170 тысяч йен. Прям кудряво. Я просто обожаю музыкальные шкатулки. И в этом городе есть несколько музеев. Музеев-магазинов со шкатулками музыкальными. И это просто это так красиво. Мне удалось записать музыку из этой музыкальной шкатулки, которая играет здесь в магазине. Это так красиво. Поэтому сейчас я вам дам ее послушать и вкусить атмосферу этого магазина. Здесь очень круто. Короче, говори, сейчас будут бить часы. И вообще вот это вот, внутри вот этого здания очень крутые шкатулки, и мы сейчас тоже туда сходим. И ждем часы, короче, сначала. Моя любовь к аниме, как я думаю, у многих началась именно с Миядзаки и его произведений. Конечно, «Унесённые призраками» у меня, наверное, одна из любимых его работ, хотя она, конечно, и попсовая, да, кто-то скажет, но я ее обожаю. И это, я бы сказала, классика и база, которую нужно знать всем. Только посмотрите на дизайн. Я просто бегала по этому магазину как маленький ребенок. Я мечтаю еще раз вернуться в этот город, потому что именно здесь я себя чувствовала очень маленькой, и мои глаза горели просто с невероятным блеском. Попали просто. Что вы хотите? Музыкальную шкатулку с икрой? Конечно, вообще не проблема. Хотите с лососем суши? Вообще не проблемы. И это все музыкальная шкатулка. Сейчас попробую завести ее. Офигенно. Это так странно. И это так прикольно. А еще вот с креветочкой. Пипец. Теперь вы знаете, как звучат суши. Ощущение, что я попала в какое-то Рождество. Это самое какое-то рождественское настроение в Японии, которое у меня было за все время. Я думаю, что когда-нибудь я хочу все это скупить обязательно. И чтобы у меня был дом, и отдельная комната была вот с этим барахлом. Но это же невозможно, мило. Мечта детская. А вот этот кот, я только сейчас, монтируя это видео, поняла, что он как-то не очень прилично выглядит. Угу. К сожалению, мою прелесть не продают здесь. Курагому, потому что зима. Ну что это такое? Японцы, почему вы не хотите заработать деньги? Ну как это? Тут целый дом матчей, я не могу пройти мимо. Пойдемте со мной. Правда? Пойдемте, чего мы стоим-то? Не боимся, там не укусят. Только если съедят. Тут и Костелло с матчей, и вообще,
и тепло. Чего тут только нет с матчей. И дорояки, и какие-то десерты в стаканах. И просто матчу можно купить. Просто матчевый рай. Кстати, не очень дорого за матчу. А, это сэнчи. А это матча? Нет. О, это какие-то трюфели или что-то такое. Баумкухин. О, какие-то кексики. Кстати, большой кексик. А, это вот такая вот штука. Макароны с матчей. Не. Тут можно попробовать. Я пока пошла. Ну что это? Это чизкейк, можно попробовать. Конечно же, мы делаем что? Здрасте, здрасте. Берем. Здрасте, здрасте. Хочу сейчас взять ходжича айсу, потому что это жареный чай, это супер необычное мороженое. А Хоккайдо славится типа своими молочными продуктами, поэтому мороженое здесь есть. Рекомендацион. Ай, коничива. Ходжича айсу. Гайшмас. Хайхтоцун. Гайшмас. Аригато зимашта. Больше мороженого зимой. Yes, please. Это прямо жареный чаек в виде мороженого. Я даже не знаю, как объяснить вкус жареного чая. Это какой-то умамный черный чай, молочный. Что-то такое, короче, концентрированный черный чай с каким-то еще вкусом, плюс еще молочная нота. Я подумаю, как это еще можно описать. Упал человек. Я бай. Я ем. Хотела сказать, алло, камера. Вчера вечером заходила в Макдональдс. Из напитков я решила взять Эл Грей. Подхожу, говорю, Эру Гури Хитоцу он игайшимас. И она такая, чего? Бургер? Тебе какой бургер, девочка? Я говорю, Эру Гури. И она меня вообще не понимает. Я, короче, повторила раз 7, наверное, вот про Эл Грей, пожалуйста. Но я так и не добилась своего. Но мне очень понравился, кстати, Эл Грей здесь, вместе с молоком. Они прям дают, типа, такие, как у нас, сливки. Добавляешь туда все молочко и пьешь. Ну, прям очень прикольно. Поэтому у меня теперь идея фикс выпить нормально. Эрю Грей. Буду искать. Я хотела бы вас поблагодарить за просмотр этого видео. Мне кажется, оно получилось одним из самых уютных и душевных на моем канале. Я прямо получила какое-то эстетическое удовольствие, пока именно его монтировала. И надеюсь, что у меня получилось передать вам атмосферу моей поездки и атмосферу этого прекрасного города Отару. Будет еще, по-моему, как минимум одна часть из Хоккайдо. Вот, напоминаю вам про книгу. Она вас ждет во всех офлайн и интернет-магазинах. Все, остаемся на связи. Думаю, может, еще раз перечитать, повспоминать места, в которых я была. На меня так сильно воспоминания налетают, вы не представляете. Да, в Хаконе было кайфово. Все, пока. Остаемся на связи.